Всем привет, друзья и гости канала. Мы продолжаем с вами работать на карте Зеленовка. И сегодня в реале у нас 1 сентября, друзья. Хотелось бы поздравить всех школьников, также студентам с 1 сентября. И пожелать им хорошей успеваемости, хороших оценок. Ну и, естественно, чтобы домашки легко делались. Вот, а мы сегодня, друзья, будем работать. Мы сегодня будем работать. Я, как вы видите, сейчас отцепляю вот это вот сборное приспособление. А я поставил, друзья, на эту карту, в общем, автодрайв. Ой, автодрайв. А поставил я автопогрузку. Вот теперь у нас будет прицеп с автопогрузкой, и нужно его взять в аренду. Я думаю, мы возьмем с вами вот такой прицепчик. Арендовать за 586, ну давайте. Окей, вот. И я, друзья, на клавиатуре, значит, на данный момент. Потому что мне нужно будет поубираться. Убрал руль, потому что его нужно обслужить. Вот так вот проще надо будет, наверное, сказать. И мне очень непривычно на клавиатуре. Так, окей. Поехали. Вот, вы помните, что у нас там есть контракт. Контракт на, я сейчас вам скажу, на каком поле контракт, на 64-м. Вот мы сейчас на 64-е поле с вами и едем. Вот, там мы затюковали, тюки все завернули, обвернули, и теперь нам осталось только собрать тюки. Вот, собрать тюки в прицеп и отвезти к пункту назначения. Давайте мы сейчас посмотрим. Так, статистику не надо. Посмотрим, куда перекупщик животных. Нам нужно отвезти на перекупщик животных. Да? Окей, сделаем. Все сделаем. Вот, и вы помните, друзья, что я очень мечтаю заняться морковкой. Вот прям... Я увидел цены на морковку, и вот, ну, не знаю, прям мечтаю ей заняться. Вот горит у меня. Вот шило в одном месте у меня застряло. И горит. Вот я очень сильно хочу заняться морковкой. Для того, чтобы ей заняться, нам нужно заработать денег. Вот. Деньги заработать достаточно быстро. Тем более, если у нас будут коллекционные игрушки. Так. Z-поддоны, тюки мне нужны, круглые тюки хлопка, круглые тюки 125. Поехали. Да, собираются, и собираются у нас. 12 тюков влазят в этот прицеп. Я думаю, мы его и купим потом. Слушай, круто. Мы собираем тюки. Соберется. Так, нам предстоит с вами два раза проехаться, да, потому что сюда все 12 тюков не влезут. 10, 11, 12. 12, я сказал. 12, все, поехали. Да, Фенду, конечно, друзья, очень тяжело. 42 тонны. Пен наш везет. Ему очень тяжело. Так, перекупщик животных. Окей, перекупщик животных у нас с вами где? У нас вот перекупщик животных. То есть мы давайте сейчас пометим место. Как нам ехать? И по этой метке как раз мы и будем с вами ехать. То есть нам нужно мимо нашей базы, мимо нашей фермы, мимо 32-го поля. Окей.
Ну, вроде бы у меня маршрут уже сложился в голове. Поехали. Вот, за выполнение этого контракта мы получим с вами, друзья, 10 тысяч. Ну, может быть, 9 или 8 тысяч мы получим, но все равно это деньги. Это очень, друзья, большие деньги, я считаю, как раз для нашей цели. Вот. И я, кстати, друзья, нужно будет нам еще присмотреть пальцо одно. Вот я хотел бы купить какое-то небольшое поле, но вот скажем, допустим, это будет поле 14, да, или 35, поле 35, кстати, 0,50 гектар, как раз для морковки. Вот, как раз для морковки поле будет то, что нужно. То, что нужно, будет поле у нас. Да, на клавиатуре немножко, друзья, непривычно играть, но все же этим сделать ничего нельзя. Вот, у нас есть техника, друзья, у нас есть техника для посадки морковки. Так, вот сюда. И для сбора морковки у нас тоже есть техника. Поэтому я думаю, нужно будет нам закупить поле. Вот 13 тысяч оно стоит. Думаю, после выполнения этого контракта как раз мы сможем купить поле. Так, а это у нас, друзья, что? Это у нас огромная лужа, да? Огромная вода, лужа. Поехали. Так, а вот она, да, вот она. Куда нам нужно отвезти это все дело? Хорошо, давайте теперь искать, куда нам отвезти, чтобы мы туда заехали. Ага, как раз нам сюда и нужно, да? Угу. Отлично. Поехали. Все, друзья, едем. Давайте мы уже объедем. Вот. И я планирую здесь заняться, друзья, игрушками. То есть собирать игрушки. Вы знаете, что на этой карте есть коллекционные предметы, за которые дают просто баснословные деньги. Вот я хотел бы заняться этим всем делом. Хотел бы пособирать игрушки, подзаработать и, так скажем, купить все самое необходимое для нашего фермерского хозяйства. Вот, кстати, друзья, мне там писали в комментариях, что вот якобы продай ты комбайн тот, он все равно не используется раз в год, типа. Друзья, да, я согласен, комбайн, он раз в год используется, только один раз в год. Все, он дальше простаивает и списывает деньги на обслуживание. Вот, но, друзья, что этот комбайн нам даст? Вот, давайте мы посмотрим, что будет, если мы продадим комбайн. 93 тысячи. 93 тысячи он нам принесет. Ну, я лично считаю, что эти 93 тысячи ни туда, ни сюда. Да, можно купить какие-то поля, да, там. Да, можно, допустим, там. Даже не знаю. Технику крутую ты не купишь за эти 93 тысячи для морковки. Поля. Ну, на производство для морковки нам не хватит. Там на 150 тысяч. Ну, короче, друзья, не знаю. Не знаю, стоит ли комбайн продавать. Я думаю, комбайн вообще не стоит продавать. Пускай он у нас будет. Может быть, когда-то мы реально продадим этот комбайн, но это точно не в первый же год нашего развития на этой карте. Мы не туда поехали, не захватили этот тюк. Так, еще у нас три тюка осталось, да, три тюка и все.
Все, друзья. Мы справились. Кстати, нужно будет превью еще сделать. Все, друзья, поехали выполнять контракт, завершать точнее его, и все. И будем, наверное, думать что-то над каким-то полем. Ну, друзья, у меня в приоритете купить 35-е или 36-е поле. А в идеале эти два поля купить и их объединить. Это будет вообще просто прекрасно. Вот представьте, вот мы берем с вами 35-е и 36-е поля, их объединяем. Плюс здесь нет, не сможем купить, вот это мы тоже не сможем. Ну, друзья, я даже не знаю, какое лучше вообще поле для морковки. Вот рядом, друзья, рядом с нами морковка. Так, извините. Вот она, друзья, морковь растет. Смотрите. Вот она, морковка. Я думаю, сколько это поле стоит? 64 тысячи это поле стоит. Ну, друзья, это поле очень большое для морковки. Ну, для нашей это техники. У нас-то техника для морковки не для таких размеров полей. Вот. Хотя, друзья, я не знаю, можно будет или на стриме, или же тот же автодрайв, да, сделать. Ну, короче говоря, посмотрим. Нам еще, друзья, эти 64 тысячи нужно насобирать. Вот просто я не хочу сеять морковку. Вот, точнее, даже не в том, неправильно сказал. Я не хочу перепахивать урожай, который уже посеянный, и сажать морковку. Смотрите, если мы, допустим, покупаем 35-е поле, на 35-м поле у нас рапс, ну, канола засеяна. Ее нужно будет тогда перепахать. А я не хочу перепахивать поля, которые уже засеяны. Ну, я не знаю, это как-то, ну, такое. Вот. Одно дело, если урожай засох, да, посевы засохли, это одно. А когда поле уже, друзья, посеяно, ну... Не знаю. Так, 4500 продано тюков. Отлично, мы можем тогда сдавать контракт. 10 тысяч мы с вами получаем. Просто прикрываться. Так, ну и прицеп давайте мы тоже вернемся с вами. Итого у нас 28 тысяч. Друзья, у нас 28 тысяч с вами. Это просто отлично. Ну, дальше уже контракты такие, знаете. Засеять морковь. Поле 41. Поле 41, поле 41. Друзья, 41 поле, это у нас... Где у нас 41 поле? Стоп. Поле номер 14. 41 поле. 31 вижу. Погодите, поле номер 41. Кстати, мы его, может быть, сможем купить. Там нужно засеять морковь. 39, 40, 41, друзья. Друзья, ну, слушайте. Давайте проедемся, что ли, на это поле. Мне очень, очень уж интересно, что это такое за 41-е поле. Только давайте трактор прогреем. Смотрите. Не, ну, друзья, мы можем сейчас купить поле
41, оно 1 гектар. И потихоньку докупать остальные поля. Ну, я не знаю. Я, друзья, не знаю. Ну, давайте поедем. Хорошо, давайте сейчас поедем на 41 поле. Так, давайте мы... Так, где у нас 41 поле? Мы здесь, мы едем прямо. Окей, все, поехали. Вот, мне просто, друзья, интересно вообще посмотреть, что это такое за поле. И стоит ли нам его покупать. Потому что если поле... У нас планы буквально на ходу меняются, друзья, буквально на ходу. Нет, ну, я хотел засеянное поле. Кстати, 68-е поле 18 тысяч стоит морковка. Окей, давайте поехали. 40-20, тут 1 гектар, 29. Но тут явно больше поле. Окей, поехали. Мы сейчас, друзья, все выясним, мы сейчас все посмотрим и уже определимся, брать нам это поле или нет. Потому что если... Что мы можем взять с вами 68-е поле за 18 тысяч? Или же 24-е за 12? Ну, друзья, поехали. А то сейчас это гадать по карте, смотреть, что да как. Нет, можно приехать на поле, посмотреть, узнать, что да как. А там уже... Так, это у нас пастернак засеян, да? Там наше поле немного дальше. Сейчас мы вот сюда будем поворачивать. Вот сразу первый поворот. Да, первый поворот и... Это вот сюда. Так, мы едем сейчас вот сюда. Нет, мы едем прямо. На следующий поворот будет поле с морковкой потом. Этот поворот мы пропускаем на вот он. Я карту, друзья, толком не выучил, толком не знаю. Про эту карту я на ней даже, можно так сказать, толком и не играл. Вот это я вот в последнее время решил, что нет, нужно играть, нужно работать на зеленовке. Так, друзья, вот она морковка, да, морковь растет. Ну, друзья, слушайте. Поле действительно неплохое. А ну давайте сбегаем сейчас еще на 68-й участок, это вот он. Ну, друзья, тут поле меньше. Окей, все, давайте брать. Все, друзья. Мы подумали, друзья, с вами. Тут, смотрите, друзья, тут и думать нечего. Мы покупаем это поле с морковкой. А потом я в свободное время беру в аренду машину, катаюсь по карте и собираю игрушки. Потом, как только мы соберем игрушки, я скупаю вот эти остальные поля. Потом это все в одно большое. Ой, боже, какая, друзья, красота. И самое главное, нужно не забыть про фабрику. Ступовую фабрику.
Да? Мы хотели с вами суповые фабрики. Суповую. Все. Берем. Пить участок за 20 тысяч. Да. Друзья, ну что, можете меня поздравить. Мы обладатели участка с морковкой. Просто супер. Так, что ей нужно? Ей сорняк, растущий мотыга. Ну, мотыгу, наверное, мы пока сюда не будем загонять, друзья. Ну, друзья, что же могу сказать? С приобретением, с покупкой нового поля, друзья, я даже и представить себе не мог, что у нас будет поле. Новое поле, друзья. Это просто для меня шок. Да, конечно. Так, ну что ж, друзья, меня аж повело счастье. Вот, ну что же могу сказать. Дальше, друзья, теперь будет у нас по плану. Все мысли в голове разбились. Короче, друзья, дальше у нас по плану теперь сбор игрушек. Сбор игрушек, ну и, естественно, продажа там чего-нибудь. Ну и пополнение контрактов, само собой. Потому что контракты сами себя не выполнят. У нас 41-е поле есть. Это просто супер. Это, друзья, просто супер. У нас тут даже еще один трактор есть. Вот, давайте мы, наверное, сюда припаркуемся и будем на этом заканчивать, что ли. Опа. Ух, доехали. Вот, ну что ж, друзья, я на этом буду прощаться. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. Встретимся с вами в следующей серии. Все, друзья, всем удачи и всем пока.